Лучик, привет. Выходи, ты дома. Ай! Ну что, будешь бояться? Напуганная сова. Пойдем елку смотреть. Да, с плюшки, это испуганный Лучик. А вы что, забоялись Лучика, что ли? Угу-ва. Привет. Угу. Угу. И что ты тут творила? М? Угу. Коврик отсюда скинула. В смысле, покрывальца. Угу. А ты достала пакетик с гильзами? Угу. Зачем он тебе нужен был? Угу-ва. Угу. Угу. Чем ты тут занималась? О, привет. У-у-у. Вообще. Ну ты все съела? Или спрятала? Или съела? У-у-у. Угу, возмутительно. Куда ты это дело? У-у-у. Угу. Скинула. Все закакала. Воду. Ну хоть спасибо, попой там не сидела. Опять бедную сову всю перевернула. Ёль, опять все стирать? У-у-у. Погадка. А где крысиная погадка? У тебя же крыска еще была. Или ты ее спрятала? Угу. Ну, все на газетках. А, вот это от крыски. А почему так мало? Где остальное? В общем, все на газетках и на кресле, да? С которого ты скинула. Угу. Скажи, невозможно молчать. 3 дня молчала. Практически, да? На самом деле, 2. У-у-у. Угу. У-у-у. Угу. Да. У-у-у. Ага. У-у-у. Ну, ты будешь дальше что-то еще говорить? Да, давай убираться, что делать. Надо поискать запасики. Так, я нашла запасики. То есть это кишочки от крысы и кусок мяса перепелки. Между прочим, очень хороший кусок, без костей. Филе. То есть ты кость съела, филе оставила, что ли? Даже потеряла я его, не смогла найти. Так, это тоже от крысы. Ну, крыса съедена, значит, ее нигде нет. Тюлень сюда в угол принесен елкой. Ну, то есть ты кусочек филе оставила? Наверняка Мурлоку, да, поделиться хотела? Это ненавистная перчатка. Вот, ну, чё, хорошо, молодец. А так, у тебя ещё вон там тайник был. Там у тебя что-нибудь есть? Свинья. В тайнике у нас свинья и всё. Ты её искала? На. Держи. Ладно, будем убираться. Ты мне поможешь? У-у-у. Конечно, скажи. Да. Ой. У-у-у. Ой. Да. У-у-у. Угу. Молодец. Сова почти не хулиганова. Или очень-очень-очень профессионально замела следы. Да? Научилась. Подтверди. У-у-у. Угу. Ёль. Скажи, что такого? Мои же подушечки. Да. Хорошо, хоть суп не сварила из нее сегодня. Сейчас я туда сяду, она сразу убежит. Да? Или не сразу? Такая непонимающая сова. И все же нормально было. Ж.
скажу. Пришла, скажи, к своим кнопкам. Кот-то где? А он разве заходил? Он где-то там должен быть размазан по полу. По-моему, он не заходил. Заходил. Кота куда делал? Да не проходил он. Да тут он был только что. Ну или за занавеской, значит. Чёрт, оралась. Мурлок. Не, кота нет. Окно закрыто. Нет кота. Ну, короче, был дом. Да, Ёль. А что, потому что, скажи, не пускайте на улицу. Сплюшеньки. А что вы тут шалите? Сплюшеньки расстроились, что Лучик вернулся. Они так надеялись, что мы его навсегда отсюда увезли. Такие были радостные. А потом, как загрустили, приходится опять прятаться во всяких уголочках. Да, Штырик? Вон какая маскировка. 150-го левела. Да, Трунь? Коты тут всякие ходят. Ну, коты-то ладно. Или котов не боимся, мы их едим. Ну, вот то, что Лучик приехал. Надо куда-то... А куда вы здесь дели кусочек коры? Он же тут лежал. Трунь. Ты хочешь наверх? Иди. Куда сплюшки кору скинули? А, вон она лежит где. Ну, прыгай. Мурлок. Вот оттуда со стола удобнее, да? А, попа вперед не получится, надо разворачиваться. Ой. Ну и зачем ты нам испугал сплюшек? Прыгай давай. Молодец. Я прикрою, потому что уже дует. Можете обратно садиться. Так, кору они вот уронили. Ну, у них там паучки живут. А как она стояла? Что-то неустойчиво очень. Лезь, проверяй, будет она стоять или нет. Удобненько. Скажи, нормально. Просто прекрасно.